Чувствую ответственность большую, когда мой наставник говорит, что он мой фанат, и выйти, сделать что-то не так, это сказать, что стыдно, это ничего не сказать. О лютой ненависти и святой любви. Я потрясена просто. Я даже встану и поаплодирую, если можно, вам стоя. Ой, я была вообще в восторге таком диком, честно. Им нравится. Им все нравится, что я делаю. А потому что они же мои дети. Хочу, чтобы его видели, чтобы он улыбался постоянно. Так же, как тогда, когда на кастинге, в тренировочном лагере. Все, чтобы он радовался тому, что он делает. Яким Головко! О, это хорошая песня. Я теперь с особым трепетом и с интересом, с неподдельным, буду ждать каждого выхода Яши Головко на сцену X-Factor. Какой-то фрагмент жизни. Да. Но мне нужно чувствовать. Мне хочется в конце этой песни, ну, не прослезиться, потому что, ну, это редко бывает, а выдохнуть, сказать, да, было. Это исповедь. Причем такая очень мужская исповедь. Своей жене я цветы дарил. Но если не через день, то... Два раза в неделю. Ей так нравилось. Я ей сказал, что я ему, пока тут ты жива, я тебе буду носить цветы. Кохання, про яке він буде співати, воно, я так розумію, у нього поки що все-таки є вічне. Любовь, она одна единственная, она дается раз, дается сверху. И хочется пронести ее через всю жизнь. И когда что-то не получается, молишь Бога, чтобы все это вернулось. Яків Головко.
que le temple artis articulé jour après jour blesse mes pensées. Tant de mots d'amour qu'une encre s'en criait, de mots tremblés, des larmes soulignées, dernier recours de joie désharmonisés, des amants fuyaient après jusqu'à les cris du vent, du mer, mais la flamme avait souri dans l'ange lieu d'immortalité, d'un éternelité. Les vies d'amour on vit avec les songes de main, j'en le souviens à l'envie, mon amour. Яків Головко на сцені шоу «Х-фактор». Знаєте, Яше, я слухала вас і думала, що у кожного є такі спогади, які хочеться закарбувати у пам'яті якомога довше. Скільки б часу не пройшло, а вони завжди знаходять відгук у серці. І зрештою, це, мабуть, найцінніше наше багатство. Я безмежно вдячна вам за те, що ви не боїтеся ділитися з нами найсокровеннішим. Дякую. Іро, до твоєї душі я ще доторкнутися вдалося? Я скажу так, что когда есть способности, их нужно развивать для того, чтобы кого-то удивить. А когда есть талант, он дается так же, как и вечная любовь Богом. Браво! Я каждый раз буду говорить Якову Головко «Браво!». Дякую. Серега, ты какой думки? Яша, даже если бы я хотел сказать критические слова в ваш адрес, я бы не позволил себе этого. Только потому, что есть какие-то вот моменты, когда нужно забыть о том, что ты судья, что ты строгий судья. Просто очень жизненно, очень трогательно, очень грустно. Очень грустно как-то. Вот. Но очень честно. Спасибо большое. Дякую. Сергію, того разу, вибачте, ви нарікали на те, що бракує ще пристрастей. Сьогодні вам вистачило? Ви знаєте, мені странно, що мої колеги нічого не знайшли сказати. Яше, у них не було чому-то слов. Исполнено в цілому неплохо, но мені не хватило шарма и французской элегантности в этой песне. В первой строфе мне не хватило легато и кантабеля, певучести первой строфы. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Сереж, это должно по-русски быть более связано. На мой вкус, опять-таки, Яша больше рассказывал, он как бы напевал. Ну, это имеет место быть, но, как мне кажется, не в этой композиции. Здесь вот нужно показать красоту мелодии, вот эту линию мелодическую, певучесть. Этого не было. Во французском отрезке композиции вот не было вот этой элегантности, да, вот французского вот этого шарма, да. И вы знаете, слово «Бог», когда я учился в университете, орфоэпической нормой произношения было не «Бог», а «Бог», потому что «Бог» — это «Бог». Бог, да, а Бог — это Бог. Сегодня почему-то все поют упорно Бог, о Боге.
Хотя «Бог» всегда было мягкое окончание. Вот жаль, что Яш, я вам не успел это подсказать. И вместо слова «обман», помните, «туман», «туман», «обман», я бы на вашем месте спел не «обман», а «дурман». Потому что в вашем возрасте уже все-таки не «обман», а «дурман». Ну уж вы меня, на меня не обижайтесь. Дякуємо. Дякуємо. Ігорю. Дурман. Я хочу сказати, що мені здалося, що навпаки, ми даремно зробили, що ти проспівав перший куплет російською мовою. Коли ти почав співати французькою, мене взяло. Я, мені важко розчулити так, щоб я заплакав, але я абсолютно повірив. Я не буду казати колегам і глядачам, наскільки це непросто для Якова Головко, якого ми, якщо згадаємо на кастингу, був трошечки іншим. І ми зараз його бачимо таким, як ми бачимо. Це насправді величезна праця людини, якій важко. Тому що важко змінюватись в нашому з Яковом візі. І це правда, вибачте. Ну, але Яків робить все для того, щоб виглядати так, як прокоментували члени журі. Як, я спасибі тобі за цю пісню, і ще раз тобі повторююсь, треба було співати так, як написав Азнавур. І було б взагалі вау. Я не згоден з Сусідовим, ти мене торкнув. Дякую. Яша? Мені дуже не хочеться, щоб вже сьогодні «Екс-фактор» став для вас лише спогадами. Шановні глядачі, якщо ви поділяєте мою думку, дуже вас прошу, не покладайтеся на долю, беріть все у свої руки. Тим паче, це дуже просто. Достатньо зателефонувати 0900 102 008 або надіслати цифру 08 на короткий номер 7766. Я для найбільш нетерплячих скажу, лінії для голосування відкриються всього лише через один виступ. Тож, дочекайтеся. Яшо, ну що, будемо чекати? Знаєте, я вболіваю за вас всім серцем. Це був Яків Головко!